Всем привет, с вами студия, и сегодня мы будем играть в группу Замхера Тайкин, и сегодня мы будем играть Замхера Тайкин, да, я уже наговорил. Здесь мы будем играть за, так сказать, мы будем играть за, не знаю, по-моему, как вы уже знаете по названию, но, честно говоря, я еще не определился с выбором, Спайдермен или Человек. Так, Человек или Спайдермен, давайте... Мы сыграем. Да, Спайдермена. Короче, на следующем сборе мы будем играть за человека, потому что железный человек очень популярен, но крутой. Там, если что, там есть очень крутая суперспособность. Некоторые знаете, но потом скажу в следующем ролике. Надо еще посмотреть. В общем, еще будет обзор, и потом будет, например, железный человек будет, еще вот эти два персонажа. И еще один персонаж, тоже платные они. Некоторые платные. Я не знаю, кто такой точно. А про Локи это вообще-то мальчик. Эх, я просто подумала, девочка. Давайте будем начинать. Здесь мы начинаем. Набираем про. По-моему, там говорит, что я взломала. Вообще... Здесь как там какая-то суперспособность Человека-паука. Это какой-то прыжок, я помню это точно. А что я помню? Ладно, вообще мы заберем блоки. Ой, деньги. И побежать дальше. Тем легким способом. Thank you.
Побежали обратно домой. Все, я сейчас посмотрю, как это заробит. Надо быстрее на базу идти. Своим огненным луки. Так, кстати, блин. Слушай, обзор так получилось. Ковкей будет. Так, что это человек и ковкей? Это у меня долг. О, спасибо. Ой. Блин, думал, что суперспособность, то нет. У меня ожидание такое. Так, вот, смотрите. Еще одни дропперы, господи, столько это покупать. Так, мне уже хватит на потолок. Побежали. Так, спасибо, спасибо огромное, что мы 10 тысяч просмотров набрали под предыдущее видео за 2 дня. Спасибо огромное. Активность у меня, видимо, большая такая, очень сильная. Иду на мой последний дуэтинг. Самый успешный. Так, дома, мы дома. Ну, там... Так. А, видимо, он ушел с игры. Только один подписчик, и то... Да, ну да, один подписчик. У вас эти мы купили. Еще. Или в удобное время снимать, это снимать вообще 15 минут, а меня нету обычно. В субботу, потому что я занят, поэтому не снимать, не буду снимать видео 15.00, 16.00 по будням дням. Или только если это летом. Так, ну ладно, летом, потому что я всегда свободен, там всегда можно видео записать. Так, ну пойдем дальше, потому что побыстрее немного. И дали только 1 час. Так. Здесь я накопил. Я вот тут очень много выстучит ресурсов. Реально не хватает. Тут я, видимо, вылетел. Жалко. Ну ладно. Как-то микрофон, может, заслоняю. Да. Собрал. Можно тоже лук, пожалуйста. Да блин, я лук просто хотел. Лук. Где твой лук? О, спасибо, спасибо. Тут за здоровье. И какой крутой лук. Сделаю обзор на ховкей. На, огненным луком. На, тут на лук. Ребята, очень крутой лук. И тут бесконечно стрел. И это битва жаркая. Эй. Да блин. Да, я был. Убил. Ну просто смотри, какой у меня лук. На. На, во всех обоих. Смотри, вообще. Пиу, извини. Пиу, просто для всех для видео тестирую лук. Так, убежать дальше. Еще денежек. Я уже много накопил, пока здесь битва. А, хватит стрелять. Так, тут еще обзор ховкей и же человек. Вы там выбираете, какой лучше обзор делать? Железо человек. Либо я 100% уверен, что вы за железо человека проголосуете. Поэтому так уж будет. Железо человек. Таким тоже, так сказать, ховкей, по-моему. Ну, платный. Эй, у меня тоже лук есть. Смотри, собаки проходят сквозь дверь. Ну, конечно, сквозь вот так стекали проходит, дочь сквозь дверь, да, проходит. Вот у собаки, как я много накопил. Так, побежали дальше. О май гад, сколько тут надо всего купить. Купим декорацию. Эй, да что такое, я ненавижу такой потолок. Так, строй установили. У него хп очень мало. Ну, у человека-паука. Так, я хочу прыжок, очень нужен. Очень хочу прыжок такой крутой. О, смотрите, ребятки. О, костюм. Я думал, там будет суперспособность, но не то что. Купим все, но чтобы побольше, хотя бы быстрее немного. Так, еще очень много денег.
Поэтому пошли копить, у нас как раз новый источник и лук. Эй, харе, зачем ты сюда пошел? Эй! Я тебя тоже. Это битва. Ну, здорово, сейчас хоть рукой бить. Все, пока. Сквозь дырь сейчас тебя стрельну. Блин, да что это такое, не работает. Чё раньше-то работало? Странно, вы, ребятки. Эй, харе! Уже в этой лаве ты уже все. Ой, в огне. Так, ладно, уйди. Или ты читер, что ли? Что ты просто непобедим. Эй, чё ты украл ресурсы? Блин, выходи, блин. Ну все, спасибо. О, у него уже лестницы выпали, да, так и знал. Лестниц очень много. Попадают. Да, мне не нужно. Красивый ресурс, зачем я тебя его пропустил. Я у нас была битва. Я уже даже не хочу. Так. Ну-ка, хватит стрелять шапкой своей. Ну, ты пунишь, я неправильно, может, потому что пунишь. Я знаю, что шапкой стреляет. Короче, мы сделали обзор на очень много героев, на очень хороших, Тор там всякие, Таноса, стали такие маленькие герои. Доктор Стрэндж тоже был сделан, я по-моему сейчас игра, обычно Доктор Стрэндж беру, хотя я не снимаю, просто Доктор Стрэндж, мне он очень нравится, прикольно, у него сама такая штучка есть. Как он практически как Локи, только Локи вообще редкий такой. Вот, кстати, у нас уже лестница, мы пойдем в следующий этаж. Тут уже первый стадион завершил. Так. И стадион не заканчивается. Смотрите, они стреляют огонь, двойной огонь. Ну, иди, нормально. Ну все, она стрелы хватит, наверное. Эй! Стреляют. У тебя получается. Хочу деньги до конца заработать. Еще сильно. Иду домой. Какую тоже упасть. Берегись. Может, церковь бежит. Да, я не так увидел, потому что это будет. Так, побежали. Кого нет. Так. Или выбиваем. Лестницу давайте купим. Мне кажется, что до конца уже завершить этот этаж. О, суперспособность, блин, денег не хватит. Суперспособность очень крутая. И там прыжок у него будет и какой-нибудь еще суперспособность. Я думаю, что у него две суперспособности, надеюсь, это две. Блин, хотя мне хватит, еще, блин, чуть-чуть, ребятки, не хватило. Видите, что бегают вот сюда, но все равно хватит теперь. Суперспособность, сейчас протестируем. Так, у нас суперспособность, так и знал, прыжок. Да, я угадал прыжок у него. Потому что, когда я играл в обычный игру, прыгает очень высоко. Кстати, привязываю свои навыки. Вот из него ты взял, что видео сегодня обзор, чтобы прыгнуть очень высоко. Смотрите, ребятки, пиу, как высоко прыгает. Я надеюсь, где-то 10 секунд, нет, по-моему, 15. Я просто прыгаю как будто очень высоко, а я люблю, смотрите. Пиу, особенно такой разработчик, как-то очень так. Пиу, прикольно, ребятки, прикольно. Обожаю этот супергероя. Курсы, например. Ой, ребята, давайте попробуем на одном из дома из домика этого хулигана, например. Не знаю. Блин, не хватит. Блин. Ой, ребятки, я чуть-чуть. Пи, да что такое? Прыгает он где-то вот так, смотрите. Пи, смотри, как я прыгаю.
Ну, я в 10 секунд. Эй, ТНТ. Куда против прыжка? Мне кажется, что ТНТ будет лучше. Можно убивать врагов, но прыжок просто, чтобы воровать. Ресурсы. Я итальянский, я сейчас открою базу. У меня есть лук старый. Старый добрый лук. И уйди, пожалуйста, мне такой больше. Вот он меня уже достал очень сильно. Так уж я постоянно. Побежали дальше. Я с высоты все вижу, что там делаешь. Так, стреляем. Пью. Ладно, уже его кто-то скрылся, я не могу дальше. Так, ну, я хотел хватить. Здесь вроде бы еще как-то мало здесь вещей. Это что, конец, что ли? Только прыжок. Еще разработчики должны мне порадовать, господи. Я думал, что еще суперспособность. Глаза не атака какая-нибудь, вот так мало было. А то просто прыжок как-то немного скучно. Эй. Пью. Смотри, как легко ребята. Пью, господи. Деньги сохраняются. Лукарь тоже редкость. Куча такая низкая. Блин, все равно высоко, ребятки, везде. Не могу. Так, спасибо. Пью. И достает. Все, ребятки, я достал. Ну, цари, доктор Стрэндж. Я вас не таких украду. Извиняюсь. Пью. Это очень прикольная возможность. Покажи, какой дом нормальный человек-паука. Он не очень красивый, но нормальный. Я не люблю такие хорошие домики. Так. Ты типа в крепости. Да, но это же красиво, но там очень много места. И что, зиму? Так, ладно, в общем, мы опять купим стену. Больше нечего покупать. Еще там нужна стена и потолок будет. Да? В чем пожаловал? Снайперкой? А я тебе лук готовил. Я лук старый бубенький. Пока. Он очень хорошо сражается. О, я все равно на него украду ресурсы. Пью. Спасибо. Хочу украсть ресурсы, но тебе лучше украсть. Это все равно нам нравится. Может, было бы реально. Я забыла, надо было суперспособность украсть. Вот, сейчас я буду попробовать, у меня накапливается. Сейчас включу суперспособность. Попытаемся. Нам все равно ничего делать. Так, все, мы ворвались к нему в дом. Извиняюсь, доктор Стрэндж, я не могу сорвать вашу способность. Супер-пупер способность. Спасибо огромное за катану. Понадобится. Так, блин, он меня атакует. Почему? Он все лестницы украл. И все, он, блядь, лестницы украл. Нет, у меня остались. На карте, кстати, появился новый источник. Я не знаю, что это такой источник. Может быть, там наверху еще... А, да, ребят, если там наверху. Я уже должен портал построить, но все-таки, видимо, на Человека-паука долго играть. Видимо, так. Эй, пора атаковать. Да блин, достал ты уже. Я не хочу больше воевать с тобой. Это попрыгаю сейчас. Как это выглядит? Давайте, сейчас я... Ой, так. Что, сейчас мы Человек-паук тестировать будем. Жди. Так, вот эта способность. Все, ребятки. Эй.
А, вот телепорт. Все, мы, короче, догнали. Жалко, что больше способов кроме прыжка нету. Но прикольно. Сейчас будет очень... Давайте, кто денег уже накопил. Но не было, они построили портал. Мы будем очень долго копить. Это какой-то Дед Мороз. Можем прыгнуть. Посмотреть. Полазить. Вы надеюсь, пасхалки бы узнать. Херотайкин, да. Тоже, я не знаю, поскольку вообще. О, себе 20 тысяч накопили. Так, сейчас попробуем супер-пупер прыжок. И, блин, не успел. Так, я хотел со скином. Смотрите, ребят, только там прыгает блоков. И вот так он прыгает. Пиу. Такая маленькая высота. О, я плаваю. Блин, надо какую-нибудь еще суперспособность своровать. Блин, так долго. Блин, спасибо огромное страже. Вот такие вообще непонятные. Даже дом не могут закрыть с собой. Всё, я черная пантера. Черная пантера Спайдермен. Где логика? Так, надо как-то сюда подъезжать уже. Где тут у него выход и вход? А, я застал. Нет, у меня есть суперспособность. Она мне поможет. Ух, ребятки. Я думаю, то, что все уже. Так, уже три получения отправили. Все висели по палку, мы украли. У меня была такая палка, в горах. Кто-нибудь отправится туда? Вообще никакой экономии нет даже. Потому что было 3000 тратишь, это навсегда. 6000, чтобы туда телепортироваться каждый раз. И лучше 3000, конечно, потратить, а не спешить. У меня прыжок есть. И палка, чего вы все на меня сразу накинулись? Чего вы мне накинулись? Она отталкивает. О май гад, меня тормозит. Меня затормаживает. Теперь это срочно делать, например, хоккей. Срочно. Он редкий супергерой, поэтому лучше делать не буду. Ну, прыжки, пиши так много приглашений. Так, хавкей, хавкей будет. В общем, может я потому что я не играю. Так, блин, еще не хватает 20 тысяч. Но это опять уже близко. Был близко. Извиняюсь. Так, уже дальше. Выложу, наверное, в воскресенье. Не знаю, в любое время. Так. Ну, когда бы попрыгать, да? Все, все, не пишите. Эй, 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 харе! Так что я не знаю, какой области, блин, оказывается, здесь... Я думал, что я тут только я тут единственный, но все равно здесь все заплатили. Кажется, тоже некоторые платили. И тут взяли и просто взяли мои ресурсы. Потому что ни у кого телепорт нет, только у меня. Ну, у кого вы видите телепорт? Это у меня не видят пока. Была ужасно. Повидно, не надо было. Так, пошли дальше. Да, он образ заплатил и все. Накопили 55 тысяч. Мы домой, и мы выиграем. Так, сколько там видео уже с тебя просто не смотрели. О, это не спидран, ребят. Сейчас спайдербэду побольше. Думаю, больше времени занимает. До дома. Так, все. Мы выиграли, ребятки. Вы еще не верите тогда? Сейчас вам покажу.
Все. Мы выиграли. Построить потолок очень дорогой, кстати. И в черной... О, блин, я Спайдермен в черной пантере одежде. Страх когда не изучала, но это было круто. Вообще, с вами был Майстадия. Всем пока.